заверенные копии еще нужно. Мне еще нужно заверенные копии документов. Нет, если вы отказываете сюда, нет проблем. Административный протокол 5.6. Одно административное правонарушение и лишаете работы комиссии. Все, дело. Я еще имею право получить заверенные копии. Нет, все. В смысле, все? Все, ребята, все. Все, полицию вызываем, вставляем протокол. Давайте. Хорошо. Или мы составим протокол. Давайте, состав. Дайте составлять, что хотите. Все, мы вас все, мы все знакомы. Копии заверенные где? Нет. Нет. Вот смотрите, по закону, пожалуйста, прочитайте. Требуется заверение. Все понятно. Копии. Все понятно. Получать. Артур Анатольевич, я полицию вызываю. Вызывайте. Все, вызываем. Почему закон не соблюдает вопрос такой? Член комиссии правосудия голоса, период, на который исполняете полномочия, обладает установленным настоящим... Вы считаете, комиссия к вам сейчас приехала, вы только что не поняли. Так, 22 минуты, да? Вызываем, да? Вызывайте сам, Артур Анатольевич. Ну давай, позвони. Нет, вызывай ты. Твое право нарушается. Напишите жалобу на нас. Подайте в суд. Нет, мы сейчас все напишем. Давайте. Конечно. Но вы нам копию выдадите. Хорошо. Нет, это можете его секретарь. Вы в реестр внесли документы, копии? Выдавайте. Нет. Как нет? Нет, на основании чего? То есть вы нарушаете закон? Пусть нарушил. Представьте, пожалуйста, как вас зовут?